Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте я ее сразу зачитаю, потом приступим к обсуждению ее. Здравствуйте, давно смотрю ваш канал. Нравится рубрика с письмами от девочек. Очень надеюсь получить советы от вас. Мне 24, у меня два сына, 4 и 2 годика. Первый раз я вышла замуж в 18 лет, когда сыну был годик. Мы подали уже на развод. И разъехались с мужем. Он изменял, гулял, не ночевал дома, а я все ждала, и в итоге он сам ушел к другой девушке. И на этом мы поставили точку. Примерно через 4 месяца я уже познакомилась с нынешним мужем, он старше меня на 8 лет. Я сразу влюбилась в него, и у нас все завертелось. Такого хорошего отношения я, наверное, никогда ранее не видела. Он меня чуть ли не на руках носил, сына принял. Мы поженились спустя 6 месяцев, у нас уже в браке родился младший сыночек. Отношения начали портиться во время моей беременности. Он стал оставлять меня и уходить гулять с друзьями, пил, сильно пил, не ночевал дома. И все, как в прошлых отношениях, только не изменял. Хотя, кто его знает, это, мне кажется, может быть, и изменял. У него хорошая работа, достаток, мы ни в чем не нуждаемся. Говорит, что любит меня и детей, но стоит только попасть в рот капли алкоголя, все. Он не может остановиться, ему нужно пить, пока уже с ног не упадет на кровать. Он не знает меры, пьет с друзьями. Часто, все чаще и чаще, и теперь мы многие выходные, он просто пьет, где-то у друзей, дома не ночует. Приходит на следующий день, отлежится и на работу, и так постоянно. Разговаривать я с ним пыталась, и не раз. Говорит, в этом нет ничего страшного, он отдыхает, расслабляется. Я спрашиваю, почему нельзя немного выпить и домой? Ответ слышу, что нет смысла, если отдыхать так по полной. Прямо говорит, что ему нужно прям упиться, иначе будто бы не отдыхал. То, что он алкоголик, конечно же, не признает. Лечиться отказывается. Ругаемся, ссоры. На него ничего не действует. Последний раз я выставила его из дома вещи, и мы помирились. Он пообещал, что больше никаких пьянок, без праздников. И что в итоге? Продержался 2 недели, и все по новой. Я его предупреждала. Еще раз повторится, и мы окончательно расстанемся. Перед очередным уходом напоминала ему об этом. Он все равно ушел. И сказал, ну, значит, ты жена такая. И ушел. Я не знаю, что мне делать. Вспоминаю, какие были когда-то отношения. Таких не было никогда и ни с кем. Мне очень жаль, что теперь вот все так. И да, я видела, что он выпивает с самого начала отношений, но почему-то решила, что в отношениях со мной он прекратит эти гульки. И он прекратил, но ненадолго. Добился своего и дальше гулять. Я не знаю, как мне быть. Хотелось бы получить ответ в видеоформате. Спасибо. Так, Людмила, я даже не знаю, как к этому тут подойти. Давайте немножко, чтобы мне хочется дать личный какой-то свой совет, а не психологический. Это очень популярная тема того, что в нашей стране живут с алкоголиками. Ваш муж алкоголик, как и первый муж, так и второй. Проблема, почему вы его выбрали, проблема в вас. Вы выбираете себе таких мужчин, которые в аддиктивном зависимом поведении именно от алкоголя. Он не наркоман, не игроман какой-то, да, там еще какие-то зависимости всякие различные. Он именно по алкоголю. В вашей семье, я не могу, как бы вот моя проблема, да, конкретно говорить, то-то было. Но я могу лишь предполагать, я не могу вам задать вопросы конкретные, наводящие. Как у вас в семье с алкоголем в вашем детстве? Мама, папа пили, не пили? Может быть, дедушка был образом таким? У вас в семье алкогольная что-то есть, тематика? У вас есть свои личные проблемы психологического плана, воспитания, возможно, я не могу в этом копать, потому что я не могу задать вам вопросы, я не знаю. Но ответ, мне кажется, лежит на поверхности. Вы сами вот это слушая сейчас видео поймете. И для вас это не то, что норма, вы к этому привыкши, и для вашей психики такой мужчина вам нужен. То есть, если вы исправите проблему своей психики, найдете причину, это психолог, это не... Я не думаю, что у вас получится самостоятельно это сделать без психолога, потому что вы уже, скажем так, неоднократно это повторяете, этот сценарий, вы не знаете, как должно быть по-другому, у вас нет примеров каких-то, это будет, ну, если самостоятельно, вы до этого очень должны сильно созреть, но вот на данном этапе, как вы мне писали письмо, я чувствую, что вы к этому точно не готовы, потому что вы готовы терпеть, ждать, продолжать все это, вы у себя успокаиваете финансовым достатком, что все-таки деньги он в дом приносит, что у вас когда-то была любовь, и вы об этом вспоминаете, вы себя этим успокаиваете, зная, что в принципе надо разводиться, расставаться, но вы этого делать не хотите,
месте находите причины для этого. Вы к этому не готовы еще. Если вы хотите изменить с этим мужчиной все, оставить хорошо, скажем так, остаться в браке, я вам даю точные указания, вот как психолог. Да? Первое, вы идете к психологу, находите свою проблему, почему вы нашли такого мужчину, почему вы согласны на такие отношения, такое отношение к себе, отношения, в смысле, взаимоотношения такого мужчину. Когда вы начнете консультации, либо там терапию с психологом общения, вы начнете постепенно, правильно, если будет лечение, скажем, ну, тут терапия, вы начнете постепенно менять свое отношение, поведение в семье с этим мужчиной. Он, увидя ваши перемены, у него уже будет выбор. Он продолжит себя таким образом вести, и вы уже сами захотите, потому что вы увидите его другими глазами, захотите с ним развестись, вы увидите его в другом цвете, ваша любовь эта вся уже пройдет, вы будете рассуждать по-другому, как женщина, как достойная любви, уважения. Вы сейчас об этом не думаете. Женщина, которая будет хотеть, чтобы самооценка поднималась. Женщина, которая заботится о своих двух детях, о их психически моральном состоянии, которые видят пьющего отца в семье. Это... Я к вам просто призываю, вы не показывайте пример это детям. Не надо. Это просто вообще... Чем быстрее вы это начнете делать, тем более здоровая психика у ваших детей останется. Вот так начнем. Вы им не сможете навредить. И вы должны помочь себе уже себя вылечить. Следующее. Когда вы начнете меняться, у этого мужчины уже будет выбор. Он захочет, он не захочет вас потерять, любовь к вам будет сильнее его зависимости или нет. Если он вас не любит, это не любовь, он вас выберет либо вас любить, либо алкоголь. Если он выберет любить вас, он признает, что он болен, и он пойдет лечить свой алкоголизм психиатру. Скорее всего, это причины во многом, это могут быть депрессия, в принципе, как заболевание, депрессия у него, причины зависимости, именно алкогольной, либо какие-то примеры из детства, с семьей у него это вообще затяжная депрессия и все такое прочее. То есть это лечится, это болезнь, нарколог и психиатр ему в помощь. У него просто будет стоять выбор, с вами оставаться и лечиться, принимать условия игры или нет. Если он выберет не вас алкоголь, спокойно с ним расставаться. Вы уже готовы будете к тому моменту с ним просто расстаться, вы увидите это другими глазами, что не вас, вас предали, выбрали вместо вас алкоголь, не другую женщину, не другую семью, алкоголь между вами стоит. Итак, по поводу вот сейчас на данный момент, что я вам как человек хочу сказать, что вы, может быть, от меня хотите услышать. Нет, он не справится. Вот если вы, вот читая ваше письмо, ой, такая любовь была, не так этого, этой любви нет, все, забудьте, поставьте на этом крест. Этого нет. Это будет снова либо вернется к вам, когда он вылечится. И вот процесс, как к этому прийти, сейчас рассказала, что вы можете делать. На данном этапе, вот как сейчас ваши отношения находятся, тех чувств не надо себя ими утешать, их не вернуть. На данном этапе этой любви нет. Есть алкоголик, больной человек, который вам зачем-то это нужно. Очень часто такие жертвы в созависимых отношениях находящиеся женщины, есть, называется такой термин, как вторичная выгода. То есть он пьет, например, классическую схему расскажу. Очень многие узнают, наверное, своих родителей, либо себя в отношениях. Муж пьет, вот обычно не совсем затяжной алкоголь, неделя-две, ну как там, по месяцу, это уже серьезно, скажем так, неделя-две, как сказать, попойки этой алкогольном, короче, без как сказать, ну в общем, от нескольких дней там, до двух недель в среднем вот, такая, вот этот период, это средний такой идет, вот идет, мужчина пьет в состоянии запоя, вот слово вы вспомнили, запой у него идет. Потом он выходит из состояния запоя, и начинается, у них цветочно-букетный период с женой, все как в прошлый раз, цветочки, у него чувство вины за это, он ей начинает задаривать, она повышает себе этим самооценку, она начинает, я королевишна, передо мной на коленях мужик дает, она получает любовь от него. То, что ей не хватает, она недолюбленная особа с детства. Муж ей приносит цветочки в зубах, все у них идеально, идиллия, как будто ничего не было. Позавчера, хотя он бухал, валялся там, простите, оплеванный в зале там на полу под диваном. Она этого ничего не помнит, она его все, а у них любовь. Все в порядке, дети постираны, все поглажены, ходят в школу, муж ходит на работу, все в порядке у них. И вот это социально, типа, у нас считается нормально, я считаю, это ненормально, вот созависимые отношения. У них все идеально, она получает любовь, ему дает чувство вины. Она поднимается, он понижает свою самооценку. Проходит неделя, полторы, две недели, обычно месяц где-то проходит от запоя к запою таких алкоголиков, такой вариант. Такое по времени, в среднем. Проходит неделя-две, у мужика вот это чувство вины,
Он начинает поднимать голову, и надо повышать самооценку, начинает искать поводы конфликтов, проблем. И самооценку ему, уверенность в себе, свое эго, уверенность, самооценку поднимает ему алкоголь. У него спадают комплексы, проблемы, депрессия та же самая. Он запивает это, заглушает эту боль, которая в светлом уму у него появляется. А жена-то, потому что давлеет, может его пилить, наезжать на него. Она повысила себе самооценку, она теперь королева. У него чувство вины, она его гнобит за это, повышая себе самооценку. Мужик опять открывает бутылку, опять уходит в запой. Жена как мышка, терпит, ждет, страдает. Он повышает алкоголем свою, заполняет вот это пространство, депрессию, заливает, короче говоря, все это, поднимает, грубо говоря, свою самооценку. Если в общем не придираться к терминам, не очень там я как бы грамотно это рассказываю, в общем, в понятных чертах, да? Мужчина поднимается, женщина падает. Потом он заканчивает пить физически, у него заканчивается там неделя запоя две. Она спасательница, она его откачивает, рассольчик ему носит, в баньку его водит, хворь из него выгоняет, носочки ему стирает. Бедный, мне его жалко, я же его люблю. Он опять с чувством вины благодарит ее за все, за заботу, там ему чувство вины, он ее опять начинает подпитывать самооценку. Она опять, и у них это циклично, это циклы по времени. У алкоголиков вы это можете все по времени узнать в их семье. 2 недели бухает, там неделя то-то, все расписано на годы вперед. И они так живут всю жизнь. Вот я вам хочу сказать, что это ненормально. Даже при такой любви, вот этой ситуации, это ненормальное отношение. И женщина здесь, она зависима также от этого алкоголика. У нее своя вот эта вторичная выгода. Ее вторичная выгода в этой ситуации – поднятие своей самооценки. Она какие-то подарки, коврижки имеет тогда, с момента, когда у мужчины чувство вины. Он ей каким-то образом отплачивает. А она с детства, например, недолюбленная, папа был алкоголик, поэтому видеть алкоголика для нее, ну, в принципе, норм, она знает, что это плохо. Социально она все это понимает. Но так как она видела с детства, она у нее от этой критики особо к этому нету, к этому факту, да, что алкоголь, ну, так всю жизнь жила. А здесь и родители не любили, не хвалили, в нее не верили. А тут мужик пропьется, вроде человек, вот тут фразы вот эти из народа, пропился, вроде человек, и работает, и деньги приносит, детей там не бьет, просто ему надо уйти в запой на какое-то там время. Но этот человек больной, он гробит свою психику, свое здоровье, скорее всего, он в депрессии. Вы можете ему помочь, вы должны вместе лечиться. Вы от своей зависимости, от зависимого человека, от жертв, вашего состояния жертвы, от того, что вы повышаете себе самооценку. Вот женщина, кто себя сейчас в этом узнал, вы поймите, вот раз вы любите своего мужа, вот так живете, поймите, что вы повышаете свою самооценку за счет, как бы гробите здоровье вашего мужа, потому что он пьет алкоголь, либо там наркоман, или, ну, наркоман это другое, ну, какие-то зависимости для здоровья. Это то, что он гробит свое здоровье и пьет, вредное, скажем так, принимает свой организм, ваша самооценка, вы его тем самым убиваете. Но нет логики в ваших действиях, это ненормально. Вот вам обычный пример. Кстати, вот по поводу письма, давайте все-таки, это отклоняясь к примеру, был, Люда, может, вам это как-то поможет. Я вам что скажу. Нет, у вас сейчас не любовь. Того, что было, вернется только, если ваш муж согласится лечиться. Согласится лечиться он, если у него будет пример в семье, вы измените свое отношение к его поведению, к алкоголику. Вам надо взяться за себя и идти к психологу решать этот вопрос. Когда вы начнете внутренне меняться, он это почувствует, вы уже поймете. Либо вы сами захотите с ним расстаться, либо он все-таки вас любит, ценит, и он останется с вами, изменит свое отношение и будет лечиться по поводу алкоголя. Просто так заставить насильно, например, его пойти зашиться и вот это сделать, как эта процедура называется, что зашивают там какие-то, да, как кодирование. А у кого-то действует, у слабохарактерных людей действует, кто сильно много пьет, ну, год-два. То есть это не такие гарантии, он сорвется. Это противо его природы идет. Мозгами он этого не хочет. Он найдет повод сорваться. Или может это кодирование перейти в систему. Пошел, побухал, закодировался, год не пил, сорвался. Закодировался, год не пил, сорвался. Вот такие еще бывают ситуации. Потому что человек внутри, ему нужна помощь психиатра и психолога. Когда он это примет в себе, этих срывов просто не будет. А как же в питании также срывы бывают? Это все, это та история, это психологическая тема. У вас 2 ребенка. Чем раньше вы возьметесь за себя? Вы в семье не должны плыть по течению, как жертва, и биться о берега. Вы, как женщина в этих отношениях, здравомыслящая, потому что ваш муж не в адеквате, он пьет, он выходит из адекватного состояния, да?
Вы, как не пьющий человек, сохраняющий здравый смысл, должны думать о ваших детях, их психическом здоровье, о их будущем, чтобы они вот такого примера дома не видели. Это неправильно, вы им закладываете. Свое поведение неправильно. Вы хотите, чтобы у вас два сына, они как папа пили, и они нашли себе жен, которые будут это терпеть? Вам это... Зачем вы это делаете? Вы разрушаете тем самым жизнь своих детей в будущем. Вы им неправильно закладываете основу и базу. Поэтому... Пожалуйста, у вас есть финансовый достаток, как вы сказали, обратитесь к психологу, придите, ваш запрос должен быть звучать так. Мой муж алкоголик. Это уже мой второй муж, и это как бы не первая ситуация, да, в моей жизни. Это систематически. Помогите мне с этим разобраться. Я очень люблю этого человека, хочу быть с ним, но я не хочу, чтобы он был алкоголиком. И... Это будет ваш запрос, чтобы человек, психолог более как бы, ну, сразу он поймет, что к чему, там, начнет вам вопросы всякие задавать, терапию подбирать. Обратитесь к психологу, когда вы изменитесь внутри себя, изменится ваш муж. И вы, эта ситуация закончится. Пока вы будете плыть по течению и биться о берега, ничего не изменится. Либо он вас начнет бить, как предыдущий муж, что-то насилие начнется физическое, либо так и будет годами, пока он там, не знаю, не сопьется. Но так, как вы говорите, это набирает обороты, у вас ребенок еще маленький, он все, это накручивается. После там беременности у вас... я не буду просто это разбирать, в письме, в принципе, даже указано, да, что он добился своего, отравляет там уже на консультации, можете все это рассказать психологу, он, это будет более понятно, как с вами работать. В общем, берете себя в руки и ради вашей семьи, ради вашего мужа хотя бы, если вам так проще думать, идите к психологу, решайте свою проблему. И благодаря вашим внутренним переменам это повлияет на вашего мужа, он сможет измениться. Вот. У вас просто будет к этому другое отношение, вы там, вас это куда-то выведет. Но если вы будете бездействовать, опустив руки, ждать от моря погоды, что муж сам решит лечиться или еще что-то, он себя не признает больным человеком, ничего не изменится, будет только хуже. Если хотите сохранить семью и этот брак, бегом, идите к психологу. Вот и все. Что вы думаете по этому поводу? Жду ваших комментариев. Очень интересно. Спасибо за ваше мнение, которое вы оставляете. У меня есть даже психологи подключились, девочки, которые с психологическим образованием дают очень дельные комментарии. Читайте. Есть что интересного под видео всегда почитать, узнать. Спасибо за внимание. Всем пока.